Вас приветствует канал GameDop. Итак, на Diablo 3 вышло обновление 2.4.1. С этим обновлением нам добавили в игру кучу вещей для создания своего индивидуального образа. Это крылышки, питомцы, иконки, шмотки и тому подобное. И вот я сейчас вам покажу, где можно пробить вот такое вот кистевое одноручное оружие для монаха. Итак, данные когти падают с промежного босса в четвертом акте Драконот. И поэтому мы идем в четвертый акт, портируемся в сады надежды уровня 1, пробегаем локацию, и в конце локации будет вход к боссу. Заходим и убиваем босса. И фармим до тех пор, пока не упадет нам нужное оружие. Вот на этом в принципе все. Всем, кому видео было чем-то полезным или интересным, обязательно ставим лайки. Всем спасибо за внимание, всем пока.